Привитос, амигос. Ну что, вроде 60 FPS автоматически вернулось на мой монитор. Не знаю, периодически, правда, когда я кого-то убиваю, бывают просадки до 30. Наверное, видяха не тянет, сука, Dark Souls, ептать. Заря купил какая-то. Фу, Фляндия, надо в магазин тащить обратно. Тут они там оборжутся, когда я им скажу. Скажу, что именно их видяха не потянула. О. Так, а демонов, значит, я тут в прошлый раз до этого момента дошел. Сейчас тоже перепинал этих... Миника про демонов по-быстренькому. Чё второй раз одно и то же гонять, правильно? Так, там на обрыве что-то светится и охраняет это этот вот червяк из мини-этот, как его там? Гробоид, блин, во. Из Дрожь Земли, кстати, недавно увидел на торрентах, увидел фильм. Ты чё, член, блядь? Елдоподобная мудила, бля, охерел, что ли? Дрожь Земли 5, короче, увидел фильм. Оказывается, это не фильм, а видео. Ну, то есть, то, что в кино не пошло. Охуенный бросок. Крученый! О, крученый, крученый, верченый. Как хуй точеный. На тебе, чмо. Вот, блядь, поскачал, минут 5 посмотрел, короче, ну... Что можно сказать о фильме «Дрожь Земли 5»? Довольно смелая попытка высосать из пальца на былой славе старого олдфажного хрен знает что за фильма, который никогда особым спросом-то, в общем-то, и не пользовался, да, вот попытаться из него еще что-то выжить. Но смотреть этот фильм больше как бы минут 5-20 невозможно. В принципе, хотя снято, ну, качество картинки там, ну, довольно хорошее, но... Я не знаю, как, кем надо было быть, чтобы засрать такую серию фильмов хорошую. Ну да, потому что, ну, «Дрожь Земли 1» вообще классика. Все в детстве по СТС, наверное, смотрели этот фильм. Вот. «Дрожь Земли 2», где там, или 3, где начали эти червяки себе жопы взрывать, короче, и летать на своем пердеже. Ну, это уже трешачком пошло, да, но там после этого вышло еще 4-й вообще, уже не фильм, ну и 5-й. И все, лямку пытается тянуть этот усатый капитан вооружения, короче, у которого там свой оружейный магазин был. Типа он стал главным героем теперь. Да, просадка FPS здесь есть. Интересно, как здесь графика сделана, что GTX, блин, 970 даже не тянет. Охренеть можно. На какой же видяхе надо играть в этот Dark Souls? Смею спросить. Да, я этих дерьмодемонов могу уделывать тут пачками. Интересно, насколько я помню, вот тот скорпион, который там висит, он так и не оживет. Интересно, нахрен нужен такой декор? Может, они сделать забыли? Во, нифига ты сагдался с такого расстояния дикого. С пляжа, ёп. У моего топора Черного Рыцаря, по-моему, на 20% усиленный дамаг по демонам. Они все тут демоны, но я это уже говорил. Что такое? А, опять гробоид вылез. Тьфу на вас еще раз. Пошел ты в жопу. Что-то я сыкую с ним драться, он какой-то неадекватный. Давай, Диабло. Забавно, что он ударом в мой щит... Так мало стабильности снимает, там просто пол сантиметра. Может, у меня щит тоже антидемонический какой-то? Извините, можно я пройду? Трилобит переросток, ептать. Спасибо. Трубу твою шатал. Так, ну давай. Копра демон опять что-то охраняет, да, здесь? Что такое? А. Какахи. Какахи! Спать нахрен. Че вылезли-то вообще? Че хотели? Так, посмотрим налево, направо, все нормально. Копра, давай. Ну, давай. Ну, что ты можешь? Мощный удар. Прям всю душу в него вложил. Так, душа отважного воина. Ну, что же еще могли здесь положить? Кстати, тут сейчас, пока сюда шел, я же возжигал костры, в человечестве шел. Ко мне вторгся какой-то неадекватный рыцарь Кирк в шипастой броне. Вот броня у него классно смотрелась. Он как этот восставший из ада. Ну и вторгся он в адской локации. Я думаю, это какая-то отсылка, но... Я не об этом, а о том, что я бы хотел его броню себе взять. Но она с него, походу, не падает. И это настоящий отстой. Так, здесь что? Здесь арена с боссом уже, что ли? Я что-то не помню, а что тут за босс? Не, это не арена с боссом, ни хрена.
Это здесь, короче, вариант, как спасти Соллера или не спасти, насколько я помню. Типа, если пойдешь одной дорогой, Соллер погибнет. Если пойдешь другой, Соллер не погиб. И это полное говно, я не помню, как надо идти. Нужна человечность. Это, видимо, очередное PvP-место, но... Смысла бояться сейчас нет. Давайте сначала схожу налево, сюда-то я успею. Но это уже финальные отрезки этой игры. Это не очень. Накал страстей здесь не очень-то получился. Вся крутость будет там, у чаши погасшей. Там, где уже черные рыцари бегают просто в таких количествах, каких вначале бомжи эти обычные не ходили. Вот, а здесь-то так, борода какая-то. Такое ощущение, что это Дума 3 финал. Там Дум 3 тоже кончается в аду в каком-то, хоть и начался в космосе. Да. Ну и мобы, как вы можете заметить, они огромные и беспонтовые, и они вообще ничего не могут. Ёбаные лаги, вы чё, блядь, охуели? Я чуть не охренел, блядь. Так безбожно свалиться вниз. Хули, он не сдох-то. Типа я не ударил, что ли? Ты чё, мразь? Бам по башке. О, блядь! Да, зубки-то у него не очень-то. Что-то он пожевал-пожевал. А урон ты не нанес. С них еще зеленый титанит падает кучами просто. Ну и что, еще один вылезет или что? Откуда он вылез? Там что, дыра какая-то была? Не было. Вот дыра. Нет. Ёб твою мать. Хотел сказать сразу два, но нет. Сразу три, четыре, блядь. Как-нибудь убежать-то отсюда можно хоть? А, два удара подряд одинаково. Да вы, блядь, издеваетесь, наверное. Ёб твою мать. Я надеюсь, разработчик понимает, что от лута в том сундуке должен мой охуенометр просто зашкалить. Потому что это полный пиздец. Так, немножко прочистил дорогу. Можно следующего теребонькнуть. Бам по ебу. Вот с них, сука, зеленый титанит просто сыпется. Ёб твою медь. Как интересно. А куда у него цепочка идет? Тут и не видно ни хрена. Да я думаю, что это под ёбкой, на самом деле это мимик. Нет, это не мимик. Большой огненный уголь. Да нах? Это мне надо-то, а? Вот мне-то, вот лично мне, мне-то нахера вот он нужен? Я не понимать. Нахрена этому куску дерьма такая охрана? Охранище просто. Дайте-ка пройти, сударь. Еще и зеленый титанит. Зеленый титанит, по-моему, он к огню-то отношения не... Может, и имеет. Жопу в жопу. Нахуй, нахуй. Сука, глисты переростки, ёпту иметь. Так. Душ, конечно, у меня на левел поднабралось, Пойти что-то прокачать себе еще что-нибудь. Или нахрен не надо. Ладно, рискуй, нагибай. Пойдем посмотрим, что там за туманом. Срыгнули с дороги. Наконец-то эта краснота кончилась. Я вот, честно, вообще не помню, что за этим туманом. Мудрый демон огня? Не мудрено, что я не помню, что там. О. Если кто не помнит, это жердя из прибежища нежити. Так себе враг. Для конца игры вообще, можно сказать, говна кусок. Оу-оу-оу. Ау.
Ах ты бесчестный ублюдок. Не может быть. Ну, это мы знаем, что он сейчас сделает. Это мы прекрасно выучили. Да заебанец ты, блядь, жирный, а? Да как так-то? Сука, я сейчас все дерьмо выбью. Это ладно. Это тоже. А в пузо-то, а? В целлюлитное. Какой у него пресс. Смотрите, сколько кубиков пресса. Прям хер пробьешь, наверное, такого, бля. Блядь, кувырок даже в тяжелой броне спасает из-под жопы этого ублюдка. Потому что столько брони не одеть просто, чтобы быть тяжелее, чем он. Так. Единичка человечности. Спасибо большое. Охуеть, не встать. 20 тысяч. За усиленного дали больше, чем за стокового, как я понимаю, да? Меньше, то есть. Меньше, конечно. Невероятная мощная атака огнем. Закрой свое рыгало. О, что это такое? О, сюда наверх может подняться, нифига себе. Даже не думай. Хера у него вдох такой. Вообще, кто придумал вот этих мобов какашкоподобных? Вот нахуй они в конце игры. Они вообще ничтожество. Нахер они вообще здесь нужны? Что это такое? О, ну сразу два, это, блядь, мощно. Обосраться, да-да-да. Чё вы тут охраняете? О, ну конечно, что еще? Душу. Душу отважного рыцаря стоило защищать втроем. Такой лут вообще королевский. Я не помню, здесь где-то должен был костер быть. Или внизу, или вверху. Вверху нет, значит не спать. Вот это что такое? Бля, да явно не костер, что это. Дырка. А вниз-то лифт приедет? Обратно. Я... херню какую-то сделал, приехал. Так, понятно, это с этим все ясно. Это что такое? Ну, видимо, я прошел под этой лестницей в прошлый раз. Так, нас, блять, вот тут так нам путано, так намудили они под конец, ёб твою медь. Надо сходить, сука, костер найти. Я думаю. А то меня гопнут в этом купчино. На 80 тысяч душ. Наверх он меня везет. Получается, здесь кто-то еще с великой душой, да, должен быть? Но я не помню, что это, чтобы еще какие-то в этой игре оставались боссы, кроме Гвина Повелителя Пепла. Говна и пепла. Самый убогой на свете локат. Тогда что я тут делаю? Мне одна душа нужна еще, четвертая, чтобы в чашку их кинуть. Вот костер. Я ж помню. У меня память-то, ёптать, как у киберга. А, и внизу опять туман. Значит, внизу опять какой-то босс, что ли, живет. А вверху-то чего было такое? Сука, бегаю туда-сюда, да? Не очень. Не очень-то классно. Ну, а что делать? Забыл я. Тут подзабыл. Чё, куда? Кого? А, опять вы. Ну, понятно. Благо, что они очень хорошо складываются. Бам одному, бам второму, 600 душ. А, блядь, я души так и не потратил, сука. Так левел-то и не поднял. Ну, съебал с дороги-то.
Да нахрен там долго сидеть у костра, пока левел прокачаешь, пока в коробку там все уберешь лишнее. У меня тут барахлишка-то скопилась, которая весу мне добавляет, то нахрен ненужного. Сейчас посмотрим, что там наверху было-то. Давай-ка. Такой лифтяра вообще, не знаю. Владение кви... Какого художника потеряла Россия? Какие в жопу владения Квилек? Нахрен они мне обосрались? Вместе со самой Квилек. Да. Понятно, понятно. И, блядь, третий раз идем. Теперь обратно, снова обратно, да. Прикольно, да? Ой, я играю, блядь. Да. Срезочка-то есть какая-нибудь? Нет, там можно уебаться и сдохнуть. Вот это, вот, это и будет срезочка. Раз и у костра. И снова паломничество за душами. Такое сальто даже Ван Дам бы не сделал. Так. Вот и я. Значит, так. Новый уровень. Выносливость Херакс. Наверное, пойдет. Так, открыть бездонную шкатулку. Да, тут хер поймешь, что туда убирать, что не убирать. Проще по оружию сориентироваться. Зазубренный меч убрать, этот убрать, этот убрать. Убрать. Серебряный прямой меч. Это мощь. Мощная пушка. Интересно, а серебряные мечи бьют черных рыцарей так же классно, как черные мечи серебряных рыцарей. Демоническая мачете один хуй, до свидания, однозначно. Фальшион чар, привет семье. Секира небес, давай, до свидания. Полукруглый топор. Угу. Так, это моя, мой дрын. Это что? Копье молнии. Это оставим. А вдруг что? Ну и хватит, короче. Тоже 2 часа тут рыться. Мне с рыцаря Кирка выпал его щит. Это вообще огонь. Так, подождите, там лут, по-моему, лежит в хитрожопом месте. По-моему... А, вот он. Да, ёб твою мать. Сука, попадос. Как вниз-то? Ну, пожалуйста. Нормально. От бога. Спуск от бога. Сильвестр Сталлоне так в скалолазе классно не играл, как я. Да, блядь. Здесь же что-то должно быть. Нет? Ну, линия сюжетная насчет Соллера будет не ясна, потому что я его никогда не призывал, поэтому нигде его не встречал, поэтому с ним никогда нигде не разговаривал. Поэтому всем будет насрать. Да и пошел он в жопу. О, да. Что здесь написано? Лава впереди. Да ладно, да. Че, прям лава-лава? Лава-лава. О, натуре. А-а-а! Ядрёна колотильня, точно. Сейчас же будет еще один мразёт. Мразишь, блядь. Вот он, сука, ожил. Бля. О, божечки. Вот это, блядь, хреновый мой босс. Это очень херовый босс, насколько я помню. Это просто гнида, блядь. Самая настоящая жопа. Поэтому и костер рядом с ним поставили, что это просто, блядь. Да, бля. И биться с ним мне вот здесь, на этих. Цербер такой, да? Многоголовый, типа. Ну давай, шайтан безрогий. Нихуя себе. Да у тебя, блядь, правый, сука, как у Кличко. Самый, блядь, самая пиздатость в том, что с него таргет спадает, когда он далеко. Хорошо.
свертухи в щи. Да, хоть полощи, ёпта. Разрешите похиляться? Спасибо. Свертухи! Жбан! Привет, братан. Сука. Что еще он умеет делать? Еблысь. Мимо. Где он? Где он? Где он? Вот он. Твою мать, нихуя ты? Такие вертуханы Скотт Эткинс не крутит. Особенно досадны промахи по этому уроду. Он такой огромный, что, блядь... Он умело прячет свои яйца, я хочу сказать. От нас-то так просто не съебешь, да? Блять. Чё происходит? Я же нихуя не понимаю. Демон-станок. Куда ты бьешь, блядь? Куда ты машешь нахуй своим, блядь, топором, ёб твою мать? Будешь, блядь, в Майнкрафте, ёб твою мать, деревья им лупить, мудила, блядь. Оранжевое кольцо. Человечность и косточка извращения. Угу. Ну, какой-то, бля, босс такой. Я его, по-моему, в прошлый раз долго мурыжил, а сейчас он что-то вообще, блядь, спасовал. Значит, оранжевое кольцо, оно что дает? Оно дает прекрасную возможность. О, блядь, у меня была защита от огня. Где его надыбал? Какой я мудрый. Кольцо бедствия это вообще ни в коем случае. Вот, снижает урон от лавы. Не знаю, насколько он снижает, но надеюсь, что круто снижает. Нет, подождите, я буду в костюме черного странника, конечно. Черного сранника я буду в костюме. Ну-ка, проверим. Очень хорошо. Очень хорошо. Теперь надо как-то вернуться и взять то, что мне причитается из той лавы, по которой ходил этот... Как его? Ну, это неутомимый воин. Там всякое что-то крутое должно лежать. Хотя оно там так лежит палевно. Что, скорее всего, какое-нибудь говнище. Да вы заебали со своим зеленым титанитом. Вы хоть напишите, на какой хрен он нужен вообще. Не только мне, а вообще. Им, по-моему, оружие небес точится вроде. Да плюс скольки-то там. Так, чё как открыть это говно? Вот где-то тут Сольдер стоит, с ним может побазарить. Если интересно. Сука, трещина, блин. Мискузи? Куда идти-то? Подождите. Тут какая-то не... Ага, во. Невидимая дырка. Ну и где этот Сольдер? Тут же был. Так, а еще я отсюда-то смогу перелезтись куда-нибудь? А вдруг сюда обратно нельзя, да, ну уже. Перебьюсь как-нибудь. Потом схожу и возьму, что там лежит. Сомневаюсь, что там что-то очень классное. А можно мне каждый раз не заходить в инвентарь как-то, блядь? Дебильная система. Вы бы сказали бы, выбрать, использовать вот столько-то человечности. Нажал, все, пожалуйста. Нет, блядь. Так, обратите опустошение. Возжечь костер, как тоже, блин. Нудно немножко, как-то геморройненько. Возжечь костер дважды тоже, там нет бы. Пшик. Пшик еще разан. Так, новый левел. Тройка стойкости прибавляется. Офигеть, как это мило. По-прежнему не могу в этой хрени быстро кувыркать. Но я же кольцо Хавила снял. Понятное дело. Да, сожги меня полностью.
Здесь как в той части, тоже жопы динозавров. А в той части были жопы динозавров? Нет. Там целые динозавры были, а здесь от них одни жопы. Одна из них, наверное, принадлежала ногому Ситу, по-любому. Он же где-то должен был потерять свою задницу. Так, там он какой-то лутецкий лежит. Но эти жопы, они не агрессивны вроде, если к ним близко не подходить. Да заебала ты, блядь, что за лут-то такой, господи. Отлично, да. Просто прекрасно. Да, конечно, зачем мне ходить по этим корням? Да, их тут просто меренно-немеренно стоит. Ёб твою мать. Здоровые твари. Ну, драться с ними никакого прикола, конечно, нет. Они убогие. Плюс пришлось тяжелую броню снять. Конечно, душа. Блять, что же еще-то здесь могло лежать? Хотя одного можно для прикола пиздорезнуть. Может, даже двух. Ну, там, видите, они как плотно стоят. Там одного захочешь сагрить, будешь иметь дело со всей их популяцией. Опять не вижу, куда уходит цепь. Понятно. Большой уголь молний. Нет, душа великого героя, ёб твою мать. Тебе-то что надо? Вон, видите, блядь, стоят. Сколько их тут стоит. Ну, давайте сгнашим вот этого. Что-то мне не очень нравится. Чё за нахуй? Я в домике? Ничего ты, блядь, взлетел. Он меня просто, блядь, седалищем своим... Полный пиздюк. Видите, блядь, как с ними драться? По-тупому, блядь, надо. А, они еще и друг друга ебашат. Феноменально. Феноменальная тупость. Вот я его мочканул. И 2000 душ. Ну и нахер мне геморрой такой за 2000 душ. Я считаю, не нужен. Поэтому... Ну, я сомневаюсь, что среди вас есть человек, который желал бы посмотреть, как я буду фармить эту локацию, да? Такая локация с такими мобами в линейке была бы хороша, там, я не знаю. Хотя, может быть, я вполне допускаю, что где-нибудь здесь, в углу, под защитой, блядь, 2000 вот этих вот уродов, лежит какая-нибудь броня архи-крутая. Я не знаю... Ну, скорее всего, конечно же, там не лежит ни хрена, ровным счетом ничего. Не туда? Прямо? Двойная человечность. Тут в обозримом пространстве как бы лута-то нигде не светится. А, вон. Раз, два. Вот там, в луже. Ну что, сбегать, что ли, проверить? Что там может быть такого классного? Бля, опять же, и драться-то ни с кем не надо, чтобы туда пройти. Из-за того, что их так много, у них маленькие... Хотя, если сагрить их со всей локации и собрать из них паровоз в кучу, они начнут махать хвостами и друг друга просто поубивают. Это теория. Небесное благословение и небесное благословение. Отлично. Как раз то, что я хотел найти в углу ада, в жопе мира, в лаве по колено, блядь, по уши в дерьме. Да-да, лава, отжарь меня полностью. Нихерово, да, навтыкало мне. Так, вон туда надо. Сагрилась сущая дочь.
Идет она, кабули в трещину, я считаю. Здесь какой-то уже сверхперебор геморройности. Если бы за них давали 1000 по 5 душ, да, может кто-нибудь нашелся бы, желающий их зафармить. Или чтобы с них лут какой-то был классный. Но с них, по-моему, падает чешуя дракона вроде, или что-то такое. Ну, кому она нахрен нужна? Так. Чё я тут? Собственно, все, лава кончилась, да? Тут сейчас тоже какая-то борода будет. И, по-моему, тут часто дох. Что-то тут случалось нехорошее со мной. Ну, не от этих обрыганов точно. Эти статуи будут оживать, нет? Что-то как-то связано с ними что-то будет такое. Ну куда он, блядь, полетел-то, ёб твою мать. Подойди за ударом. Бля, ой, пошел ты нахуй, а. Сейчас я буду вас ждать тут 2 часа. Не делать, да нехер, наверное, больше. Кольцо от огня надевать часто. Конечно. Ну, сколько их фарми тут, перефарми просто. Да еще. Больше беспонтовых мобов, конечно. 1000 давайте. Обрыглан, сука, что делаешь? По-моему, они меня просто толпой запинывали. Еще тут, по-моему, кто-то вторгается, не? А, вон оно, блядь, что. Вот эти пидорасы, да. А, да. Я ж помню, что кто-то меня тут драл, как, сука, как каштанку. Отлично, душа отважна. Ну, это что-то вообще тут, конечно, инопланетная вот эта вот хрень. Даже, бля, ветку уже не перешагнуть, как устал главный герой. Инопланетянин, видите, какой-то. Сука, с Марса, блядь, наверное. Марсоход, блядь. Пылесос со своей вытянул. Чё? А это, по-моему, проклятие накладывает, не просто так. Пошел нахрен отсюда. Чмырдей. Справа там какой-то лут лежал, светился, но я не знаю, что там такое. Нет. Нет. Лжец впереди. Не знаю, что за лжец впереди. А-а-а! Нихуя себе. Ведьм, одна из ведьм изолита, что ли? Ну и рыцарь Кирк этот опять, блядь. Анальный каратель. Я тебя один раз уже оприходовал? Тебе, блядь, мало, что ли, было? Не понял. Полудурок, блядь. Хуяк. И азяб. И осел. Сейчас. Надпись-то ебучая исчезнет куда-нибудь. Получено человечность почему-то вместе с отравлением. Посох изолита. Нет бы с него доспехи выпали. Нахер мне его душа. Человечность, то есть нахрен он мне обосрался. Серьезно. Так, еще куски говна, да? Ну что еще тут могло быть? Больно. Вот их тут наплодили, стрелять, колотить вообще.
Если они совместно струю огня пускают, дамаг складывается, и вот тогда уже можно огребсти нехерово. А так-то... Тем более они не поворачиваются, когда огни дышат. А это что такое, я не понял. А мне нахрена туда идти? Что-то я вообще не вру... Не врубан-то. Не ремемба. Ну и что, демон какой-то опять этот эбонитовый сидит опять. Чем-то они все с одной ногой. Интересно, кто это такие? Что за мобы? А это какой-то маленький, по-моему. Раньше не больше были. А может он маленький, а ебашит как крупненький. О! Да. Что это такое? Бой двух попрыгунчиков. Сука, нихуя он, блядь. Чё-то по нему дамага-то вообще нету. Это чё за лось такой? Ну сейчас-то чё вообще? Неужели я типа не попал по нему? У меня появился новый безумный план. До свидания, полудурок. Пойдем посмотрим, что он там охраняет. Да и ладно. Два часа с ним драться вообще. Просто впадлу. Нужно бегство. Ой, да нахер он нужен мне этот. У меня уже есть все заточки этого мира. И нужные, и ненужные. А, ну Солеру пизда. Понятно. Одно из вот этих говен, короче, на него залезло. Или может как раз вот я его и спасаю сейчас. От сумасшествия. Не-не-не, я в прошлый раз так же шел. Личинка света, смотрите. И чё? Руин демонов, чё за... Мертвую личинку света можно надевать на голову, живую нельзя. Живая сводит с ума. Но, судя по тому, что Соллера здесь нету, драть его задницу мне, надирать его задницу мне не придется. Но, напомню для тех, кто не играл и играть не будет, Соллер — это тот фантом, которого можно призывать здесь практически на каждого босса. Это тот рыцарь с солнцем с нарисованным. Я не помню, что он ищет, у него какая-то своя цель в этой игре. И вот здесь, вот в этом месте, одна из личинок завладела его разумом. Я знаю, куда это выход, это туда, к этому огненному демону, которому я жопу надрал. Вот, одна из личинок залезла ему на голову, он сошел с ума, начал кричать, что он нашел свое солнце, и нападает на главного героя, приходится его убить. А потом вы забираете его шмотки, оказывается, что вместо шлема это ведро с прорезью для глаз, вместо брони это вообще какая-то алюминиевая банка, сука, с прорезями для рук, и написано, ну и меч, конечно, у него солнечный. Но меч во второй части неплохой, а в этой он мне говном показался. И написано, что секрет силы Соллера оказался в долгих тренировках, потому что его шмотки — это полное говно. Но вероятно, что здесь, как и во второй части, чтобы все это сработало, с Соллером надо поговорить раз пять во всей игре, найти все места, где он там стоит и прячется, и везде с ним что-то перетереть, и тогда, возможно, этот сценарий бы сработал, но я-то похуист известный, поэтому нигде его не нашел. Я пройду, гражданин? Гражданин ебанькос. Чё ты начинаешь, блядь, а?
Я тебя трогал? Я тебя не трогал. Пошел нахуй. Да-да, иди маши там дальше. Дебил. Самый тупой моб, блядь, в этой игре, я не знаю. Ну такой дамаг по нему какой-то проходит. Даже моей секирой, заточенной ну, вообще-то против демонов, да, он, ну очевидно, что это демоническая статуя. Сам дурак, ёб твою мать, что ты делаешь? Вот, даже моим топором по нему дамаг проходит абсолютно какой-то смешной. Чё мне его, блядь, дольше, чем Каламита убиваешь? Нахер у меня обосрался? Говно. Да пошло ты нахуй, что такое? Там же лут был, там же лут был. Лут мой, лутик. О, бля. Да, да, конечно, это распахнуло. Сейчас ори трехочковый залетит. Уии! Как тебе? На, еще. Не могу не заметить, что с каждым броском главный герой делает шаг зачем-то. Я просто накупил этих бомб, одевать их некуда. Но, как вы можете заметить, здесь другой дороги-то и нет, да? Вон еще эта хуйня стоит. Можно слезть вниз, всех их побить, забрать лут, но я уверен, что это очередная душа великого воина какого-нибудь. Мне кажется, что здесь есть какой-то более нормальный, адекватный спуск туда. После падения-то я урона хапну, нет? Хотя там невысоко. Может, главное впасть, не упасть. Логично, блин. Да-да, началось. Заебись. Заебешься меня пережевывать в моей броне, тварь. А чё за хуйня-то? Один раз ее ударил, и все мне стало... ёб твою мать! Ой, блядь! Какие молодцы игру сделали, пиздец. Там кислота была, все мои доспехи разъебашила. Хотя у меня доспехи каменные. Да, пиздата. Так, а что будет, если не идти туда, а пойти сразу наверх? Здесь была ведьма хаоса, которой теперь здесь нет. Там опять этот пестик и тычиночный. Не знаю, как его назвать, этот марсианин, сука. Здесь что-то написано, вероятно, что это призрачная стена. Ну давай, ублюдок. Вот это ударище. Вообще, атака бога. Да какой лжец-то, блядь? В чем тут лжец? Гонево тупое. Что такое? О, обломок красного титанида. Вау, вау, вау. Пиромантия, огненный кнутха. О. Кнутхаус. Так, значит, здесь дым, походу, здесь последняя душа. И, видимо, великая и лежит чья-то. Ну как лежит, в ком-то. Из кого-то ее надо выбить, видимо. Бей бой по очереди. Бей бой. Невыносимо. Что такое-то? Я не пойду подбирать свои 60 тысяч душ, потому что я просто не знаю, как их оттуда выковыривать из этой кислоты ебучей. Если опять весь мой шмот переломается, я не очень буду этому рад. Поэтому поливать большую кучу. А что это такое? Чё за х... Вау, вау. Я похож на Джокера из Бэтмена, кстати, в этом плаще. По-моему. Чё-то, блядь, знакомая какая-то хуй. А. Ложа хаос. Это ведьма из Алита. Настоящая. Настоящая, бля, овца. Очень похожа на ногого Сита. Это пизда, блядь. Ветка ебаная. Сразу видно, что босс дерьмо какое-то, блядь. На мой взгляд, это очевидно.
знаю, что за шарики здесь. А, и теперь она смертная станет, да? Вон она с двумя мечами идет. А, теперь у нее и коса появилась. Косарь. Коса. Кошу, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот у нее рука, смотрите. А по руке дамага и нету. А что за... Это что-то под конец... Это очень похоже на ногу... Зё, блядь. Что за хуйня? Это очень похоже на ногу Васита. Он был из кристаллов, она из веток. И тоже как-то на поёбнутому убивается. Что, в общем-то, очевидно. Да, блядь, феноменальная хуетень. Просто пиздец. Хуже всего то, что сюда очень далеко бегать. Просто, наверное, один из самых дальних забегов вообще в этой игре. То есть к Манусу не так далеко бегать надо было, как, блядь, к Каламиту. А тут далеко еще и сложно, блядь. И зачем-то надо сюда еще скользить. Че я здесь должен делать-то? Че у нее? А теперь у нее только левая осталась. Ну то, блядь, это хорошо. То есть бой каждый раз сначала не начинается, да? Это вообще великолепно. Не знаю, с чего это они стали такие добрые. Блять, наверное, с того, что тут кругом наебалово. К ней вообще не подойти. Ёбаная ложа, блять. Да, души лежат, пусть дальше лежат. Конечно. Пиздец, 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 блядь. Ёбаный говнюк, блядь. Ну ёбнуться, блядь, босс, а. Сука, её, блядь, вот эти лапы, которые, сука, скидываются, скидывают, которые у тебя вниз, они щитом не блокируются. Вот, я не знаю, что будет, если она своим жалом попадет, но ходить там, где... Вообще на Ктулху похоже. Ходить там, где она достает своими ручонками, блядь, невозможно. То есть невозможно вот там пройти. Ой, блядь. Вероятно, что здесь надо куда-то, может, прыгнуть. А если я пока... О, блядь, по корням, по хуям тут пройду. Вот здесь по корню можно пройти, а здесь... Блядь, а может, можно? Что-то главный герой не хочет вставать на корень. О! Ну ты долба... А, долбаклак, блядь. Не обращайте на внимание, сударыня. Ну пиздец, блядь. Все, у меня идеи кончились. Здесь она, благо, не достает. Может здесь? Или здесь? Тихо, 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 блядь. Так. Надо облегчиться, я считаю, по возможности. Все снимаем нахуй. Щит. Ну, щит, блядь, надо оставить. Че, я смогу теперь далеко прыгать? Смогу. А, блядь, чувствую, хуй там плавал. Какая траектория наиболее вот такая? Да поможет нам, заебись! Да, но шанс есть какой-то, наверное, есть. Интересно, нет ли в этой игре какого-нибудь кольцо дальнего прыжка, чтобы... Кольца, чтобы прыгать подальше, потому что без прыжка, по-моему, тут делать нехуй. Вот здесь можно перепрыгнуть. И чё это даст, блядь? Вау, вон можно где перепрыгнуть. Или нет? Вот здесь реально перепрыгнуть. Вот там реально. Наверное, здесь и надо. Да пошел ты нахуй, блядь.
Еблан, сука, недоделанный, блядь. Понятно, значит, в том месте там нету места для разбега. Там, значит, не прыгнуть. Хорошо. Напрямую не пробежать. Тут прыгать смысла нету, там не разбежаться. Можно вообще-то разбежаться? Я вижу, что место есть, блядь. Но, сука, вот туда вот назад прыгнуть. А вот поперек, вот видите, она, сука, диагональная такая получается по отношению к тому месту, куда мне надо. Поэтому нахуй она не нужна. Вот, а еще есть, можно взять какую-нибудь палочку полегче, потому что какая разница, чем бить это говнище. Вот у меня появились кувырки, у меня появилась быстрая скорость. И сейчас мне оторвут жопу, блядь, наверное. Давай, туземец, сука, копьеносный. Вот где, блядь, вот как? Прыжок от бога. У меня появился новый безумный план. А что если я попытаюсь преодолеть это расстояние не в прыжке, а в ударе? У меня же есть вот сколько здесь на глаз, блядь. Ну в самом узком месте вообще дохуя на глаз. Что если я вот так встану и... Охуенно. А что если я так не буду стоять? Потому что нахер надо. Вот встану вот так я. Юзнул свой сильный удар и... Далеко я прыгаю. Блять, это хуйня, по-моему, полная. Да, блять. Вот так если... Или вот так. Хоть с линейкой, блядь, мерей, куда лучше прыгать. Наверное, лучше вот так все-таки. Пизда, я просто в ахуе, блядь. Сука, это самый ебанутый босс, блядь, наверное, в этой игре. Вот хуже, наверное, блядь, просто хуй найдешь. Сука, мне вот, блядь, интересно, нахуй я вообще тут прыгаю? Может, этот босс не на прыжки рассчитан? Вернее, блядь, да, вообще заставлять... что-то проходить прыжками в этой игре, блять, которая вообще нахуй не про прыжки. Может, блять, я просто из лука заебал, что ты делаешь, тут морозок. А просто, может, из лука сейчас нахуй ёбну туда, блять. Где там? А чё, работает? Я не вижу, правда, куда, но раз что-то отлетает. А, ха-ха, блять. Прыжки, нахуй прыжки. Этот босс, блядь, убивается из лука. Вот чё. Лук незаменимый помощник в этой игре оказался. А я-то думал, что нахуя он нужен. А чё, ещё что-то надо делать? Не понял. А, теперь она, наверное, смертная стала, да? Да ты заебала, блядь. Чё опять-то? Ёб твою мать, блядь! Когда это кончится нахер уже? Нахер, дай съебаться-то отсюда. Так, стопэ. Где это? Оп, кольцо от огня. Надо было еще и шмотки от огня надеть и щит взять. А, серединка открылась. Да хуй там плавал, блядь. О-хо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 , блядь. Пиздец, блядь. Я ебал. Я разработчика, блядь, который его придумал, рот топтал, блядь. Сука, раз 15-й сюда бегу, а такое ощущение, что уже 150-й, блядь. Ну столько сюда бежать, ну реально. Да ты чё, ёбу дала, дорогая, блядь. Ты хоть время-то дай приехать-то. Сука, там вон вниз надо прыгать. Заебись, правильно. Да иди ты нахуй, ёбаный ты в рот, блядь, пиздец, ёб твою мать, блядь. Тому, кто этого босса придумал, надо в рот нас ссать, блядь. Пиздец, самый конченый нахуй босс всей этой ёбнутой игры, блядь. Вот это пидорская, блядь, ебаная ложа, блядь, с говном, нахуй. Просто, блядь, адекватность нулевая, нахуй. А, тут еще и, блядь, оно изъебывается, изгибается, охуенно, блядь, вообще, пизда-то, блядь. Сука, сейчас она мне, блядь, заплатит, блядь, за все, сука, заплатит. Тварь, блядь. Зу. Я
охуенно зол. Мимо. Ой, что-то новое она рукой сделала. Опа. Сука, все, блядь, яйца твои мои. Это что за нахуй? Руби, блядь, нормально, ёб твою мать. Все, мои ноги, я в дороге, блядь. Охереть. Не может быть. Че, он и здесь достает, что ли? Надо было кинжалом вооружиться и рубить эти ебаные ветки им. Потому что топором что-то, блядь. А-а-а, чё, сука, блядь. Фаталити, блядь, сейчас с двух рук уебу. Фаталитище, блядь. А? Каково, бля, мразь. Гнида, бля, ебаная, сука, блядь. Столько времени тут потратил. Нахуй надо, блядь, Dark Souls писать был. В жопу, блядь, трубу шатал, на мамку делал, нахуй. Перенестись, нахер, ноги мои тут, блядь, не будет больше в этом говне, блядь. А, бля, вообще просто нахрен взорвало, сука. Просто, блядь, столько вообще, час, нахуй, бегать. Только бегал до этого босса, час, блядь. Дерьма кусок, сука, блядь. Перепиздить охота тут всех NPC этих со злости. Все, я манал, короче, следующая часть, следующая серия, вероятно, будет уже последней, так что пишите что-нибудь, жмите, и все.